Добрый день всем. Bună ziua la toți. Astăzi ne așteaptă o zi foarte importantă. Хочу сказать всем еще раз и напомнить, что сегодня нас ждет очень важный день. Сегодня мы обязательно победим зло, которое творится в нашей стране. Дорогие бельчане, мы ждем вас в 11 часов у суда, на котором будет приниматься решение о нашем с вами будущем, о вашем будущем, о том, как будут жить ваши дети и ваши внуки. И я хочу еще раз акцентировать внимание, что мы боремся не за себя абсолютно, не за свою победу, не за какие-то статусы, не за кресло, не за функции. Мы боремся за ваш выбор и за ваш голос. За то, чтобы ваши решения уважались, и за то, чтобы такого беспредела больше не было. Дорогие бельчане, дорогие сограждане, сегодня мы с вами можем доказать, что мнение и позиция наших граждан, она важна и она должна учитываться абсолютно всеми. Никто не должен забывать, что хозяева страны это народ Республики Молдова, а в Бельцах хозяин, бельчане, жители этого прекрасного, светлого города. Мы не позволим никому, чтобы мечты бельчан были украдены и растоптаны. Поэтому сегодня мы однозначно победим. Я верю, что нас будет очень много. Мы ждем всех, абсолютно всех неравнодушных, и у суда, и наблюдать за событиями, которые будут. В 11 часов суд Бельц, Хатинулы 43. Пожалуйста, приходите туда. Мы будем вас ждать. Знаете, у меня сегодня с утра такое маленькое стихотворение пришло в голову. Мы, бельчане, победим. Город наш мы защитим. Давайте на этой идее и остановимся. Я очень вас жду, мы очень вас ждем в 11 часов у Бельцкого суда. Dragii noștri, vă așteptăm la orele 11, astăzi la judecătoria Bălți, potinului 43. Eu vă cuprind, обнимаю всех. Сегодня в 11 часов встретимся. Пока-пока.